Евгений Олегович, а вот если температура в течение дня, она прыгает, стоит ли вообще... Каждый конкретный прием препарата осуществляется только при наличии конкретных показаний. То есть, если температура 38, но в комнате прохладно, ребенок пьет, ребенок неплохо себя чувствует, не надо давать эти препараты. Препараты даются тогда, когда есть показания, которые мы уже вам перечислили. И никогда не бывает и недопустимо такое, чтобы вы давали жаропонижающие средства планово, по часам, по таблетке 3 раза в день, по чайной ложке сиропа 3 раза в день. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.